проходят дни финансовой грамотности в учебных заведениях. Представители Министерства финансов Республики, финансовые организации проводят в школах уроки бюджетной грамотности. Сегодня в школе номер 33 специалисты отдела бюджетной политики провели открытый урок для учеников 10 класса. Ребята узнали об основе бюджетного устройства в Республике. Особый интерес у школьников вызвали темы о дотациях и субвенциях. Специалисты осветили финансовую систему Республики, ее структуру, функции и инструменты. Для закрепления знаний ребята выполнили тест, который показал хороший уровень финансовой грамотности. Отметим, что акция проводится с 2011 года. Сегодня в ней участвуют 85 субъектов России. Я считаю, что акция, конечно, бесспорно нужна для того, чтобы школьники уже изначально знали, из чего формируется наш государственный бюджет, что такое доходы, что такое расходы, что все не просто так и все требует особого внимания и, конечно же, определенных знаний. Мне кажется, что действительно по финансовой грамотности должны быть не такие разовые акции, а вести, например, постоянный урок не только по экономике, как и в школах, а и по основам бюджетного устройства.